В ближайшем будущем эти ребята станут мастерами красивой улыбки и научатся лечить зубы быстро и без боли. Пока же студенты медицинских вузов Юга России экспериментируют на макетах и органах животных, но уже нарисовали себе портрет хорошего стоматолога. В стенах 4-й горбольницы прошла первая олимпиада по хирургической стоматологии среди студентов 3-х, 4-х, 5-х курсов. Стоматология – одна из самых важных отраслей современной медицины, говорит ректор Ставропольского медицинского университета. Человек ежедневно практически сталкивается, ест, пьет, и состояние зубочелюстной системы очень важно для организма в целом. А нынешний уровень развития технологий, диагностики позволяет этому направлению придать еще большее значение, поскольку мы можем уже не только диагностировать, но и влиять на состояние организма. Начинание ставропольских стоматологов поддержали и медики из соседних вузов Юга России. Сегодня на олимпиаде присутствуют гости наши, это участники из Краснодара, Волгограда, Осетии, ну и, естественно, наши студенты нашего университета и университета непрерывного постдипломного образования. Конкурсы для ребят будут разнообразными. Это конкурс «Визитная карточка», конкурс «Эрудит», где ребята покажут свои теоретические знания. И конкурс «Очумелые ручки», который будет состоять из 5 этапов, в которых ребята могут продемонстрировать все эти практические навыки, которые приобрели в течение обучения в своих вузах. На олимпиаде ставятся конкретные задачи, поэтому такие мероприятия особенно полезны для будущих докторов. На таких мероприятиях они предоставлены самим себе, и они могут, применяя тот опыт, те знания, которые они получили в вузе, они могут справиться с какой-то конкретной клинической ситуацией. Да, пусть в условиях олимпиады, пусть не на пациенте, но это как раз и помогает более уверенно себя чувствовать потом, когда это все перенесется в практику. Российская стоматология сейчас уверенно развивается и не уступает европейской, говорит профессор. Мероприятия, подобные олимпиаде, помогут студентам разных вузов сблизиться, пообщаться, что поможет медицине в регионе стать еще лучше. По итогам олимпиады лучше всех заданиями справилась команда Ставропольского медицинского университета. Марк Итлицкий, Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.